Не о том говорю, чтобы жить нам беспечно. Уповайте на Бога, вот о чем говорю. Просто вспомнилась поезд, минувшая вечность, когда царь обращался к другому царю. Ты наполнил долины своими конями, ты усыпал войсками холмы, как песком, окружил мой народ и смеешься над нами, потому что, как народ мой невеликий числом, у тебя превосходство в военных доспехах, дрожь по спинах при виде твоих сильных мужей. Только в этой войне вам не будет успеха. Вы пошли против Бога, а не против людей. А у нас наш Господь, мы его не оставили, мы к нему прилепились всем своим естеством. И любуются старцы своими уставами, и мальчишки слагают поэмы о нем. Если он наш Господь, не ему ли почтение, не ему ли святому вся слава и честь, и рядами ложатся хлебы предложения, и молитвы которых на пальцах не счесть. Его заповедь свята для великих и малых, его путь превосходен всегда, потому мы не служим Астартам, мы не служим Ваалам, мы не служим Хамосом, но ему одному. И сегодня, в наш день, из источников разных рвутся сотни угроз о возможной беде, о грядущей войне, о губительной язве и стихии разгулявшейся ужас везде. Достигают неслыханных прежде масштабов терроризм, разгулявший по разных местам, и ползут с преисподней, как черные жабы, и сотни разных болезней, неведомых нам. Нынче даже у сильных колени трясутся, нынче смелые спят с пистолетом в руках и хотели уснуть, но боятся проснуться и узнать о последних в стране новостях. А у нас наш Господь, мы его не оставили, мы к нему прикипели всем своим естеством, и любуются старцы святыми уставами, и мальчишки слагают поэмы о нем. Если он наш Господь, не ему ли почтение, не ему ли святому вся слава и честь, и рядами ложатся хлебы предложения, и молитвы которых на пальцах не счесть. А отваленный камень, как символ у гроба, подойди и посмотри, нет внутри никого. Наш Спаситель живет, и а ну-ка попробуй, потягайся живущим народом его. Ведь его заповедь свята для великих и малых, его путь превосходен всегда. Потому мы не служим Астартам, мы не служим Ваалам, мы Мамоне не служим, но ему одному. Слава Богу!